пятницу, 7 августа, росгвардейцы почтили память коллеги Романа Лукьянова, погибшего при исполнении. На аллее героев кладбище Новое собравшиеся возложили к его могиле цветы. Старший сержант милиции Лукьянов Роман Николаевич погиб 7 августа 1999 года при отражении вооруженного разбойного нападения на магазин. Чужого горя не бывает, и мы также проносим всю боль утраты через свои сердца. Росгвардейцы почтили память своего коллеги минутой молчания. Прошел 21 год с момента, когда в одном из рязанских магазинов сработала тревожная кнопка, и старший сержант милиции Роман Лукьянов в составе группы задержания немедленно выехал на вызов. Когда патрульный автомобиль подъезжал к магазину, неизвестные открыли по нему огонь. Роман получил тяжелое огнестрельное ранение и погиб на месте. Как выяснилось позже, на магазин совершило разбойное нападение банда из 7 человек, на счету которой уже было несколько тяжких преступлений. Со временем все они были задержаны. Все люди, которые приходят в правоохранительные органы, они подразумевают, что это встреча с преступником, тем более он в группе задержания был, то есть он ехал на встречу с преступником. Что получилось не так удачно, это воля случая. Но все к этому должны быть готовы. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, старший сержант милиции Роман Лукьянов награжден орденом мужества посмертно. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».